Итак, дорогие друзья, мы еще находимся на территории, значит, резорта Хилтон. Смотрите, вот эта красота его. И вот также смотрите, вот этот вот трейн, на котором мы можем путешествовать по территории, значит, этого самого. По территории, значит, это резорта. Так. Идемте, я покажу вам рыб много-много. Вот, 3 секунды. Вот. Вот, проходишь вот сюда, и вот ты смотришь много-много рыб. Так, я иду показывать вам, где много рыб. Вот прямо здесь. И вот мы идем. Вчера была другая обстановка здесь. Вот это так красиво внутри. Смотрите, какая красота здесь. Вот такие столы. Вы можете сидеть здесь и отдыхать, вот это. Кушать. И вот я вас привожу сюда. Это ресторанчик. И вот я привожу вас сюда к рыбам. Смотрите, здесь плавают такие интересные. Вот он приплыл. Кто это такой? О, он хочет кушать, да? Смотрите. Это твой Петя? Да, здравствуй, Петя, как говорится. Добрый день. Ты как северный олень, так? Смотри, сколько. Так смотри, сколько у него рыбы, и они не боятся его, смотри. Виктор Жан, ты такого видел? Смотри, ноги, на, иди сюда. Петь, иди. Смотри, за ним целая стая. Я говорю, такого еще не видел я. А ну иди домой на Петро. Массаж давай делай. Иди. На, позови его, смотри. Смотри, идет Петро. А ну иди домой, так? Ой, какой красавец. Петя. Смотри. А ну давай, смотри. Я такого еще не видел, столько рыб с ним, смотрите. Это царь рыб, и он даже их не ест, да? А ну иди домой на Петро. Иди. На. Ути. А він даже не слухає мене, так? Я по-українськи. Смотри, сколько риб, это ж надо. Смотри, а ну иди до мене, иди. На, Петя. Петро. Смотри, Петро. А на Петро откликається, смотри. Петро, иди до мене, так? Смотри, идет, смотри. Ой, красавец, а. Петро, иди до мене, так? Иди до мене, Петро. Или его назвать просто Дон Педро, да? Смотрите, и рыбы к нему идут, вот смотрите. Смотрите, сколько рыб, а. Так это на весь экран это вашего телевизора, я вам скажу, показываю рыб, да? Ой-ой-ой. Виктор Жан, может возьмем на обед, что ли, вот это? Смотри, Виктор Жан. Смотри, какая красота. Ты посмотри, сколько их. Любую. Смотри, и лебедь подплывает. Я его назвал Дон Педро. Смотри, лебедь подплывает сюда. А они за ним прямо плывут, он прямо среди рыб вот так вот. А ну, Петро, иди до мене, так? Что вы там это спряталось, так? А ну иди сюда, смотри. Смотрите, вот смотри, Вер, смотри, ты такого еще не видел, я не видел, смотри. Он заплывает прямо, смотри, они его окружают, и он их не ест, смотри. Петро, смотри, за ним стая целая, смотри. Вот это да, Виктор Жан. Один он скучает, а если женится, то все, подходить не будет. Это уже проверено. И на жены будет подходить, ничего вот это. Смотрите, водопады там красиво так, да? Представьте себе, что вы живете вот в этой, значит, отеле, да? Вот как тот там идет, видите, людина идет.
Здесь водопадики так красиво у вас шумят так. Это как комната. Смотрите, как красивенько они шумят так вам. Вот, вам кажется, что это океан. Смотрите, сколько водопадов здесь. А потом вдруг вы устали и идете в ресторанчик сюда, смотрите. Занимаете такой столик здесь, смотрите. Садитесь вот так, чтобы вам никто не мешал. И сидите спокойно вот. Но, Серега, ты такого не видел. Подплывает Петро. Вон, Петро, иди до мене. Петро, позовите его. Петя, Педро. Иди до мене. Смотри, сейчас он подплывет, и главное, что он рыб не трогает, ты понимаешь? И они его, за ним стаи плавают. Ты, такие здоровые. Смотри, как красиво. Это вообще, вот представляете, вы живете, допустим, на пятом этаже, да, вон там? Ну, да. Это для меня Ардера. И Сережа. Ну, как это реально было? Смотрите, разные рыбки вот это вот. А ну иди домой на рыбы, так? Вот это рыбу, я понимаю вот это. А что ж Петро? Вот знаешь, когда он подплывает, так интересно, он плывет среди них вот это. Петро! Петро, а ну иди до мене, так? Чистит перышки, крылышки вычищает от этого. Наверное, не женатый, слышишь? Наверное, не женатый, наверное. Ой, красавец. Ну, в общем, вот здесь вот классное место. Смотрите, как красиво все. Ой, красота же, а. Ну вот, насмотритесь вы рыб, дорогие друзья. Смотрите, сколько их здесь. А вон Петро, смотрите на него. Петро, иди до мене вот это, так? Это вам не Вудланд. Вот, а с вами, конечно... Как всегда, был ваш, вот это, журналюга, можно так даже сказать, Дон Пабло. Смотри, сейчас он подойдет нам. Петро, иди до мене, вот это, так? Смотри, Петро пришел, смотри.
Наконец-то пришел. Смотри, рыба его окружила вот это, смотри. Ой, Петру. Смотри, какая красотища, а. Они за ним, смотри. А он от них. А он, они за ним, смотри. Ой-ой-ой. Ну, вот такой репортаж был о таких рыбах.